Новый республиканский ландшафтный заказник будет создан в Славгородском и Краснопольском районах. Территория, считавшаяся пострадавшей от Чернобыльской аварии, сегодня переживает экологическое, вслед за ним и туристическое возрождение. Заказник появится на 16 тысячах гектаров в поймах рек Прони и Сожа, а центром притяжения туристов станет Голубая Крыница – памятник природы республиканского значения. На Медовый Спас каждый год сюда съезжается до 50 тысяч паломников, и не только из Беларуси. Люди верят, что родниковая вода исцеляет от всех болезней. При этом в заказнике сохранят в первозданном виде всю природу. За этим будут следить специалисты природоохранного центра. Конечно, сохранение наших водотоков, сохранение той природы, которая нам осталась в естественном состоянии, сохранение тех мест, где живут животные, растения, внесенные в Красную книгу. Они сегодня живут на нашей территории, они есть, и места наши сохранили свою первозданность, свою красоту. Прекрасные реки Проня и Сож, которые до сих пор интересуют туристов, прежде всего экологический туризм, охотничий туризм, рыболовство. Эти места готовы посещать и обычные туристы с семьями, приезжать на агроусадьбы. В ближайшее время ученые начнут масштабное изучение водных ресурсов, а также флоры и фауны. А чтобы туристы приезжали сюда круглый год, необходимо строить агроусадьбы и туристические комплексы. В Славгородском районе за последние годы их открылось 12.